Неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, а также множественные санитарные нарушения были выявлены в одном из частных детских садов городского округа. Работу коммерческих дошкольных учреждений проверила Химкинская городская прокуратура. Как выяснилось, далеко не каждый сад соответствует всем требованиям. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законодательства о пожарной безопасности и законодательства о благоустройстве. По факту выявленных нарушений закона городской прокуратурой внесено представление руководителю частного дошкольного учреждения, контроль за результатом рассмотрения которого обеспечивается. Прокуратура выписала штраф руководству детского сада, а также обязала устранить все недочеты.